Статистика жертв ДТП в регионе растет. Под колесами КАМАЗа в Хасавюрте погиб велосипедист. В результате 21-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Сейчас следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего. Кроме этого, от телесных повреждений умерла и женщина, которая попала в ДТП в Каспийске накануне. Она переходила дорогу с двумя детьми на руках в месте, неположенном для пешеходов, когда на нее наехал лихач, который находился в нетрезвом состоянии. С места происшествия водитель скрылся, но вскоре полицейские его нашли. Дети не пострадали, весь удар пришелся на мать, и, к сожалению, спасти ее не удалось. Отметим, что нарушитель, ставший виновником трагедии, ранее был лишен водительских прав.